Джелва и так далее, приводит нас к результату. А результаты нас приводят к тому, что будут денежные обливания. Поэтому от нас зависит очень многое. И, конечно же, благодарю вас за вашу работу. Я, будучи в пивоварении, теперь в логистике, четко понимаю, что именно все вы платят нам зарплату, а не мы это. Спасибо. Только благодаря вам мы выполняли и будем выполнять, я уверена, все наши показатели. Поздравляем! Еще раз хочу вас поздравить, дорогие коллеги. Я горжусь быть частью этого дружного коллектива. Мы помним прошлое, мы это увидели уже, да? Мы творим в настоящем, чтобы менять будущее, то, которое мы захотим. За вас, дорогие друзья! Начали солнце погореть.